Приветствую, друзья. Сегодня хочу вам показать такой фотоаппарат. Это аналог Polaroid, да, только Polaroid это уже вышел позже. Изначально были вот такие вот кодек. Это у нас моделька EK4 Instant Camera, то есть камера быстрой фотографии. Сейчас я вытащу с коробки. Вот так вот это все дело приехало. Единственный минус, что от коробки есть только нижняя часть с пенопластом, верхней части нету. И вот так вот сама вот камера у нас выглядит. Есть, грубо говоря, управление цветом от темного к светлому. Центр это у нас типа как нормал. И справа мы выбираем расстояние до объекта. То есть горы это у нас далеко. Потом общая семейная фотография, то есть такой средний угол. И портретник, то есть меняется до более широкого угла. Made in USA, как мы видим, надпись над кодеком. И внизу у нас кодек EK4 Instant Camera. Вот так вот это вот чудо у нас выглядит. Имеется у нас видоискатель. Battery test вот здесь у нас. Сверху еще клеммик, скорее всего, для какой-то вспышки. Точно я не знаю, поэтому не подскажу. Вот так вот у нас происходит фотография. С помощью выбора. Мы завели и сделали спуск. Завели, сделали спуск. Внизу у нас открывается, сейчас я закрою, внизу у нас вот отсюда выезжает, вот фотография готовая, открываем нижнюю часть и видим картридж, сейчас я на что-то поставлю фотоаппарат, так и видим вот картридж, картридж у нас кодек, и вот так вот он выглядит, единственное, что это уже пустой картридж, пустая кассета, и вот так вот это все дело сюда вставляется. А вот, кстати, отсек для батарейки. Как у нас? Непонятно, как батарейку достать оттуда. Но написано battery. То есть, по идее, вот так она вставлена. Вот так должна доставаться. Только почему-то я ее вытащить не могу. В общем, друзья, мучить не будем и фотоаппарат. Суть в том, что вот такой вот красавец я в глаза вижу первый раз. Надеюсь, что вы так же само раньше таких фотоаппаратов не видели. То есть полароиды, фуджики попадаются часто. Вот эти вот инстант камеры. А вот такой вот кодек попался первый раз на eBay. Цена градирует от $350 и выше. Там есть некоторые экземпляры с полным комплектом, с инструкцией, с верхней крышкой от коробки. Там по $1500. В общем, вот такой вот недешевый раритетный фотоаппарат. В общем, друзья, за обзорчик ставим лайк, подписываемся на канал. Кто не подписан, нажимаем колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. До новых встреч, всего наилучшего, пока!